Задание для нейрогимнастики. Вот такое пособие вы должны приготовить на каждого ребенка. Две ручки и вот такое пособие. Обратите внимание, что здесь есть левая и правая сторона. Ребенок должен найти два одинаковых кружочка с левой и с правой стороны. Ход занятия. Как это выполняется? Фиолетовый, оранжевый, темно-зеленый, желтый, черный, коричневый, серый и так далее.